В этом году в Славянске на Кубани проведен капитальный ремонт улицы Запорожской. На сегодняшний день все работы завершены. Улица Запорожская отремонтирована по краевой программе. Было заменено порядка 2 километров дорожного полотна. Сделан новый асфальтированный тротуар. Запорожская – одна из основных улиц города с интенсивным движением автомобильного транспорта и большим потоком пешеходов. Именно поэтому администрацией города было принято решение о проведении ее капитального ремонта от улицы Набережной до Отдельской. Конечно, Запорожскую хорошо сделали. Меня устраивает. Изменилось в лучшую сторону. Вот. Вполне комфортно. Вот. Пускай ну, там по знакам дорабатывается еще. Вот. Но так все. Дорога хорошая. Вот. Стала удобная, новая. Вот. Меньше кочек. Приятно ездить. Основные работы по ремонту улицы выполнены. Завершающим этапом станет высадка деревьев и укладка тактильной плитки на переходах. В планах городской администрации в следующем году капитально отремонтировать часть улицы Юных Коммунаров от Отдельской до Пролетарской.